Переходим по ссылке, которую вам дал спонсор. Перейдем к регистрации. Вы можете нажать кнопку внизу страницы. Можем подняться вверх и нажать здесь «Click here to buy now». Перейти к покупке. На этой странице вам нужно заполнить your first name, ваше имя, your last name, ваша фамилия, your email. Заполняем эти поля, нажимаем кнопочку «Submit». Итак, после того, как мы заполнили поля имя, фамилию и вписали email адрес, нас перевело на следующую страницу. На этой странице нам говорят «Сохраните номер подтверждения». Сохраняем свой номер. Мы можем перейти к способу оплаты. Способы оплаты представлены на данной странице Payza, SolidTrustPay и PayPal. Любой из способов, если вам, допустим, здесь не подходит, вам нужно создать такой разъем, с помощью которого вам в кабинете выставится счет. Но счет можно будет оплатить не только этими методами, а можно будет связаться с спонсором и договориться о другом методе. В общем, в любом случае нажимаем первично кнопочку PayPal. Когда страница прогрузилась, мы видим наш счет $5. Если у вас есть счет PayPal, войдите, так как это более безопасный способ оплаты. Оплатить можно также карточкой. Вот я вхожу в свой PayPal и буду оплачивать через PayPal. После того, как мы вошли в систему, здесь появляются наши реквизиты. Мы можем нажать кнопочку «Оплатить сейчас», если вы выбираете PayPal. После оплаты нам выходит вот такая страница, вы оплатили $5, способ оплаты и наши реквизиты, номер покупки, номер транзакции, все остальные сведения. И нажимаем вернуться на страницу продавца. Нам показано, что вот мы оплатили на Team Geo и мы можем вернуться в свой кабинет, нажавши на эту кнопочку. И производим регистрацию. Для этого нажимаем Join Free. Итак, после того, как мы произвели оплату, нам на почту пришло вот такое письмо. unetaccount@teamgeo. Открываем это письмо. В этом письме нам дается email и временный пароль. По этому паролю мы заходим на следующую страницу. На следующей странице вы вписываете свой email, имя, фамилию, номер телефона и ставим пароль, который вы получили в письме. И нажимаем зарегистрироваться бесплатно. После того, как мы внесли пароль, который мы взяли в письме, внесли все свои данные, нас переводят на страницу и нам говорят, что наша регистрация прошла успешно. Теперь нам предлагают сохранить наши реквизиты, нашу почту и наш пароль, который нам был предоставлен. После того, как мы сохранили, мы можем зайти в свой кабинет. Click here to login. Нам пишут, что вы создали свою учетную запись, и теперь вы можете зайти в свой аккаунт. Нажимаем на эту кнопочку. Перешли на ту же страницу, и теперь у нас не free аккаунт, а просто аккаунт. Нажали на свою страницу, и заходим в свой кабинет. Мы видим, что у нас здесь есть промокод наш. Также здесь вы можете настроить полностью свой профиль, добавить фотографию, маркетинговую систему. Ну, в общем-то, мы переходим по ссылке под номером 16 для того, чтобы управлять своим вирусным сайтом. И нажимаем на ссылку под номером 16. После того, как мы ее нажали, мы видим вот две наши реферальные ссылки. Эти реферальные ссылки являются вашими ссылками для приглашение и продвижение системы вирусного трафика. Пока что мы познакомились с сайтом TeamGeo. Предлагает нам такие возможности, как нам это поможет в продвижении. На данном моменте я заканчиваю данный урок. Инструкция, как добавить баннеры и как настроить свой профиль, будет в дальнейшем видео. Всего доброго, до свидания.